6 декабря – день образования подразделений по борьбе с наркотиками МВД России. Профессиональный праздник боевая служба министерства решила отметить по-боевому. В Чебоксарах состоялся турнир по рукопашному бою, на который съехались представители полицейского спецназа из 11 регионов России открыл межрегиональный турнир министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Сергей Неяскин. Вместе с бойцами «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Пучуваши за призы боролись спортсмены из Нижегородской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Кировской и Ульяновской областей, а также республики Татарстан, Башкортостан, Мордовии и Мариэл. К этому часу стали известны результаты соревнований. Команда спецназа МВД из Чуваши заняла первое место.